Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Я занимаюсь продажей оформления туров онлайн по всей России, а также снимаю обзоры отелей специально для вас, чтобы вы понимали, где можно отдыхать, как можно отдыхать и где хорошо, а где может быть не очень. Сегодня я приехал в отель «Ля Меридиан», который находится в Дахабе. Это Египет. Мы сюда ехали примерно около полутора часов от Шарм-эль-Шейха. И здесь такая, скажем, уединенная бухта, да, здесь тихо, спокойно можно отдыхать. Здесь прекрасный дайвинг, прекрасный серфинг, да. Ну и как бы хорошие отели по цене, даже немножко ниже, чем в Шарм-эль-Шейхе, потому что они много удаленные. В общем, сейчас мы пойдем посмотрим территорию, номера. Я вам все покажу, расскажу. И вы как бы поймете для себя, подходит вам этот отель, хочется вам сюда приехать или нет. Так что пойдемте вместе со мной, посмотрим. Итак, мы с вами заходим на территорию отеля. Конечно же, здесь первая линия, естественно, да, то есть и выход сразу к морю. Сейчас пробежимся по территории, как и говорил, по номерам, все с вами посмотрим. А здесь у нас вот такое лобби, встречаю, здесь есть кофе-бар, здесь ресепшн, достаточно активно, много людей, видно, сейчас заселяются. И мы сейчас тоже сейчас договоримся и пойдем посмотрим разные категории номеров, как и планировали. Здесь у нас, друзья, с вами ресторан. Сейчас сразу забежал, чтобы показать вам завтрак. Здесь достаточно так интересно как-то сделано. Так, здесь у нас вот так вот кухня. Кажется, что она даже как бы закрытая. Отличные фрукты. Ну, в общем, на самом деле, ассортимент питания во многих отелях похож. Просто я вам скажу, главное различие, наверное, в том, насколько все чисто, насколько все красиво подано, да. И в этом самый, наверное, главный акцент по отелям, где вот я смотрю. И чем выше категория отеля, тем, соответственно, выше и качественнее еда. Она выглядит чище, она выглядит красивее. И вот в основном все в этом духе. Да, интересное вот здесь такое расположение ресторана. Разными такими кабинками, закутками. И, соответственно, можно выйти на улицу, присесть и полюбоваться видами на море. Здесь, смотрите, если вы заметили, здесь, смотрите, уже... Природа немножко другая, ландшафт, да, здесь есть и море, и горы, да, и вот такие пространства. То есть в плане красоты, куда взгляду упасть, здесь, наверное, интересно. Почему? Потому что, например, в Шарм-эль-Шейхе или в Хургаде бывает такое, что ты как бы остановился, у тебя вот так прямо красиво, а с другой стороны у тебя какая-нибудь стройка. Здесь никакой стройки нет, и все очень даже ничего. Здесь у нас находится теплый бассейн, прям сразу по центру отеля, с пологим таким заходом, теплющий, вот прям как в ванне. Так что можно смело купаться. Вот видите, много уже с утра людей здесь купаются. Дальше, если мы пройдем, у нас есть такая, скажем, чилл-аут зона. Сейчас мы туда пройдем, поближе покажу. И здесь еще есть один бассейн. Сейчас мы проверим, купаются в нем или нет, потому что, судя по всему, он пустой, наверное, не зря. Здесь у нас такой вот водопадик. Кстати, в Дахабе вот отель «Ля Меридиан» считается одним из лучших, наверное, даже самый лучший отель. Поэтому можно смело выбирать. Ну, как бы и сервис, и уровень, как бы. Нет, этот бассейн прохладный, обычно. Так, идем сейчас с вами пока по отелю, а потом с вами выйдем на пляж. Так, еще у нас там один бассейн есть. Так, здесь у нас, как понял, есть джакузи и хамам. Давайте разберемся, что есть что. Так, здесь у нас раздевалки. Здесь понятно душу. Так, я понимаю, здесь парная, но никого здесь нет, не работает. И, соответственно, есть сауна, но она почему-то сегодня тоже не работает пока. Но главное есть. Возможно, это все работает под запрос. Главное, мы проверили, я уточню. Скорее всего, просто либо сейчас не работает и будет позже работать, либо под запрос все включает и будет работать. Зато вот такое вот джакузи. То есть прям сразу вот так на улице заходим. И проходим в такую скалу, конечно же, горячая. Можно здесь спокойно принять теплую ванну. И, кстати, тоже с таким красивым видом будет открываться у вас на территорию. Идем с вами, друзья, на пляж. Это, конечно же, тоже главное дело для наших туристов. Мы приезжаем не только побывать в прекрасных отелях, ну и, конечно же, поплавать.
поэтому важно, какой здесь заход. Я вижу уже отсюда понтон, но не такой далекий, около, наверное, 30 или 40 метров. И стоят шезлонги. Сейчас посмотрим вход в море. Пляжные полотенца, друзья, здесь выдают прямо на пляже, так что это не проблема. Знаю, что многие спрашивают, где брать пляжные полотенца, либо с собой из дома, либо в номере. Здесь есть на пляже. Так, заход у нас, наверное, не самый лучший здесь. Давайте посмотрим. Получается, у нас достаточно каменистый даже заход, но таких прям огромных камней нету, да? Такое ощущение, что вообще какой-то гравий привезли. Но в целом, знаете, галечный пляж, бы я сказал. Посмотрите, в общем-то, камни не острые, в принципе, купаться можно. Поэтому пляж можно считать точно, ай-яй-яй, купальным. И, наверное, из всех пляжей, которые вот буквально недавно посещал в Шарм-эль-Шейхе, там, в Набак-Бэй особенно, по сравнению с этим и тем, это вполне себе хороший пляж. Заходи и купайся. Ну и, соответственно, сейчас зайдем на понтон, там можно уже будет посмотреть, какая там глубина, ну и там, соответственно, уже будет сразу заход, и сразу можно даже посмотреть какую-то живность, потому что в Дахабе вообще считается, что максимально хороший как раз вот дайвинг, плюс еще серфинг, да, немножко ветрено здесь, да, ветренее даже, кстати, чем в бухте Набак-Бэй. Вот в Дахабе сейчас ощущается, да, не прям что сносит, ну, я думаю, в принципе, понятно, что по волосам видно, куда ветерок дует. Вот здесь у нас, друзья, конечно же, есть на пляже лаунж-зона, шезлонги. Шезлонгов, конечно, немного, но они есть. Кстати, знаете, мне чем-то напоминает, это Фуджейру. Тоже ехать, как от Дубая, да, там в районе 2 часов. Тоже приезжаешь, также горы, да. Поэтому я бы, наверное, назвал Дахаб, это как в Эмиратах Фуджейру, это точно. То есть все очень похоже, большие территории отеля, очень уединенно. Нет как бы какой-то такой большой сети или чего-то сильно такого людного, да. То есть все достаточно тихо, спокойно и уютно. Давайте дойдем, соответственно, до конца этого понтона. Посмотрим, что у нас там за спуск. Итак, здесь у нас сразу идет глубина. Ну, рифа я особо здесь прям здесь не вижу. И вообще не очень понял, как бы, чего здесь ждать от него. Я так понимаю, вообще сейчас не работает, к сожалению. Потому что, видимо, здесь был еще один спуск, и оттуда спускались и плавали. Прям, говорю, рифов я сильно не вижу, но море здесь сразу глубокое. Понятное дело, оно прозрачное, и, наверное, просто был смысл, чтобы не заходить с берега. Вот. Но в данный момент пока, к сожалению, не работает эта история. Вот. Ну, потому что зимний сезон, все равно ветерок, и купающихся, в принципе, особо нет. В основном все сидят в теплом бассейне. Итак, в этой части у нас Alimirian Family Kids Club. Здесь есть небольшие такие домики для детишек. И сейчас посмотрим, что у нас тут за размещение. Небольшой бассейн, лягушатник. Так, в этой части, так же, как и с детским клубом, у нас размещается небольшая футбольная площадка. Качели для фото красивых с видом на море. Слушайте, знаете, что вот отличительно сейчас здесь? Здесь как-то все поярче. Не знаю, краски ярче. Море как-то синее выглядит. А здесь вот антураж, горы и вот, скажем, пейзажи красивые, это прям однозначно. Так, заходим в этот йога-центр. И все. Ну вот территория такая немножко гористая, если бегать по ней туда-сюда, если у людей есть какие-то сложности с опорно-двигательным аппаратом, может быть не очень классно, потому что вверх, низ и резкие ступеньки, это для активных людей, которые могут спокойно здесь перемещаться. Отдыхать. Кстати, в отеле очень много китайцев приехало. Ну, они любят такие брендовые отели. Море им особо не нужно. А пожить в хороших отелях они всегда не против. Поэтому сейчас их было достаточно много здесь. Вот в этой части у нас тоже располагаются такие номера. Сейчас мы в один из них мы забежим, посмотрим. Вот здесь у нас, соответственно, где был главный корпус, мы заходили. Здесь ресепшн. Соответственно, ресторан там же. А вот здесь уже располагаются номера. Здесь у нас с вами, друзья, такая, наверное, чилл-аут-зона. С такими креслами, гамачками, скажем так, пологий вход. Но именно в этой части, здесь бассейн холодный. Теплый у нас получается только один бассейн. Остальные либо на летний период, либо, как говорится, просто вот так вот посидеть и позагорать. Так, ладно, нам с вами некогда. Двигаем дальше. Ну, давайте зайдем в одно из жилищ. Это у нас будет номер Deluxe Sea View, то есть с видом на море. То есть он прям сразу вот так, это, скажем, эти одноэтажные домики. Так что вот так вот мы здесь заходим. Сразу вас встречает
большая кровать king size, вот такие яркие цвета. Сивью, мы поняли почему, потому что здесь можно сразу выйти или просто посмотреть вот такое большое панорамное окно. Диванчик у нас тут есть, ну понятно, телевизор, это все как обычно. Номера Connect, если у вас большая семья или команда, можно спокойно взять два номера рядом. Здесь у нас вот такая ванна, можно сказать, джакузи большое, раковина и такой вот туалет и, соответственно, душевая. И здесь у нас с вами, скажем, задний дворик, в котором также есть душ. Не очень понял для чего, но он есть. Вот. Так что вот такой вот номер достаточно интересно сделан. Кажется, уютно. Такая дача на море, скажем. Есть что-то в этом есть. Сейчас вам покажу еще номер, еще одну категорию. Так что отельчик полностью располагает вот к тому же, что у меня написано на махе. К релаксу, то есть отдыхать, смотреть панорамные виды, без какой-то глобальной тусовки и просто наслаждаться пейзажами гор, моря, купаться, дайвинг, все в этом духе. Так, и здесь у нас, соответственно, номер стандарт. Он, в общем, чуть-чуть похож, да, в стиле, хотя нет, не похоже, нет, похоже. Здесь вот можно взять две раздельные кровати, не одну большую. Также есть диванчик, телевизор, все. Ну, грубо, такой интересный вариант. Не знаю, почему-то немножко такой европейский, какую-то дачу напоминает. Так, здесь у нас выход, соответственно, тоже на свой балкончик такой. Секундочку, вот так вот выходим. И, скажем, здесь такой частичный вид на море. И, соответственно, здесь у вас своя такая лужайка, такой вот балкон, терраса. Так что тоже достаточно интересное размещение. Кстати, вот здесь, подальше, вон там, это Blue Lagoon. Один из лучших пляжей, который считается для купания, туда привозят туристов, можно там, соответственно, искупаться. Вот. Ну и давайте кратенько резюме скажу по отелю La Meridian. Это, во-первых, сетевой отель. Все, думаю, понимают, что La Meridian – это как бы такая французская сеть. Много где она представлена. То есть, кто любит какой-то определенный стандартный сервис, как бы он его здесь, конечно, найдет. Здесь есть много бассейнов. Конечно же, в первую очередь, я отмечу отель, это прекрасные виды, соответственно, на океан. Точнее, не на океан, на залив, да. И горы. И этот вид, он, конечно, тоже сильно подкупает. Вот. А в целом же по отелю скажу, немножко, конечно, подустал. Видели, да, что-то не работает. Я спросил, говорит, пирс как бы сейчас вот-вот сделают, сауну там что-то перекрашивают. В общем, ну, в зимний период, друзья, иногда такое бывает, что попадаешь на какие-то переделки, какие-то перестройки. К сожалению, ну, как бы не к сожалению, наверное, к счастью, что отель двигается, не стоит на месте, не забросил и все это делает. Ну, надо смотреть, друзья, цену, проверять, смотреть, что хотите именно вы от отдыха и от этого отталкиваться. Соответственно, все цены на туры с перелетом или просто в отель у меня есть ниже под этим видео. И, соответственно, если вам нужна моя консультация, порекомендовать, вы мне говорите свой запрос, я вам все объясню, и мы с вами выберем тот вариант, который именно вам подойдет. Этот или любой другой. Так что, друзья, спасибо, что смотрите мои видеообзоры. Подписывайтесь на мой канал, обращайтесь. Увидимся в следующих видео. Еще вас ждут несколько обзоров отелей по Египту, ну и также есть у меня по другим странам. Оставайтесь со мной. Не забудьте, кстати, подписаться, друзья, на мой телеграм-канал, чтобы получать оперативную, интересную информацию о сфере туризма, акциях, новых видео и так далее. Увидимся!